Доброго дня! Вас вітає аналітична лабораторія «Гротест». Мене звуть Олег Маслов, я директор аналітичної лабораторії «Гротест». Сьогодні ми вам покажемо, як працює наша лабораторія, всі процеси, які відбуваються з точки зору аналізу ґрунту. Ви все це побачите. Уже буде велика аудиторія. Ця аудиторія складається з Узбекистан, Казахстан та Молдова. Ми будемо робити наше інтерв'ю російською мовою, щоб більша кількість людей змогла потім все це зрозуміти. Підемо зі мною. І так, аналітична лабораторія «Гротест». Як я казав, переходжу на російську мову, щоб більша кількість людей могла мене зрозуміти. А сейчас мы находимся с вами в той части, где происходит непосредственно анализ. Вы можете видеть разнообразие приборов, то есть аналитическая часть, собственно говоря, те умные машины, которые позволяют нам проводить анализ. Но давайте по порядку будем все делать. С чего начинается анализ почвы? Анализ почвы начинается с образцов. И мы с вами непосредственно посмотрим на пробоотбор образцов. Идемте за мной. Как вы видите, у нас есть какая-то серия образцов, та, которую мы сегодня должны проанализировать. Хочу сказать, что все наши анализы в основном построены по такому принципу мокрой химии. Что это значит? Берется образец почвы, переносится в емкость, добавляется в зависимости от анализа определенный раствор, определенный реагент, и происходит так называемая экстракция. То есть образец, раствор, идет перемешивание, и в процессе перемешивания раствор вытягивает именно те нужные элементы, которые нам нужно получить. После экстракции идет фильтрация, это мы вам тоже все покажем. И потом мы непосредственно, то есть раствор вытащил из образца нужные нам элементы, мы фильтруем образцы наши, на фильтрах остается почва, а раствор с уже нужными элементами проходит дальше. Дальше идет непосредственно анализ на приборах. То есть сейчас мы с вами наблюдаем как раз отбор образцов. Это будет анализ макроэлементы, обменные формы кальций, магний, калий, натрий. Реагирующий раствор. То есть раствор вытягивает нужные нам элементы, и потом после фильтрации мы работаем уже с раствором. Фильтрация. Подходим к нашей системе, мы ее называем медуза, потому что теоретически она чем-то похожа на перевернутый хвост медузы. И вот таким образом происходит фильтрация. Я одним движением фильтрую сразу 10 образцов. У нас стоят пробы на анализ механический состав почвы. Механический состав почвы у нас состоит из песка, глины и мула. И этот анализ нам помогает определить процентное соотношение этих трех фракций. Сорок секунд ушло, показания у нас 43. Также мы еще должны померить температуру. Также учитывается при расчетах. Что у нас те же самые образцы, мы хотим провести сегодня анализ на фосфор. Здесь у нас немножко другой прибор, поскольку он делает немножко другие функции. Немножко другой тип автосамплера, но суть та же самая. Мы сейчас будем делать анализ на фосфор. Точно так же, как и с историей с калием, сначала прибор наш, автосамплер, хочет проанализировать калибровочные образцы. То есть образцы с известной концентрацией, то, что мы сказали прибору, чтобы он пощупал, попробовал и построил на основании наших образцов.
что получает клиент после того, как вы провели все анализы? Клиент может получить карты в виде распечаток, я не знаю, 20 листов А4, а может зайти в программу, которую мы создали. В нее мы загружаем все поля, которые проанализировали. Учим людей, которые начинают с нами работать, читать результаты анализа. Скажем так, читать, понимать рекомендации, понимать карты тех задания. Мы рассказываем, для чего это, как с этим работать и как использовать этот инструмент, как внедрять данные технологии в их производство.